Мастера цвета в новой коллекции «Весна-лето 2015» в главной обувной сети города. Выбери свой цвет сейчас! Здравствуйте! С прогнозом погоды вас знакомит Ольга Новикова. Главная обувная сеть города приглашает за покупками. Испытайте яркие впечатления от новой игры цвета в новой коллекции обуви и аксессуаров «Весна-лето 2015». Магазины «Рикер», «Баден», «Монро», «Эвита», «Планета обуви», «Лизет», «Франческо Дони», «Калипсо», «Ральф», «Кеда», «Айдини» и «Зендон» ждут вас. А теперь о прогнозе синоптиков. Во вторник синоптическая ситуация в Заурале будет развиваться весьма динамично. В ночь эхом уходящего циклона отзовутся скоротечные заряды снега и произойдет приток холода, усиливающий в свою очередь позиции погожего антициклона, который будет держать их в течение дня. В Екатеринбурге и Челябинске около нуля, в Тюмени -1, -3, без существенных осадков. В Кургане ночью облачно, кратковременный снег. Ветер северный 5-10 метров в секунду. Порывистый. Температура воздуха -7, -9. Днем в Кургане переменная облачность без существенных осадков. Ветер северо-западный, западный 3-8 метров в секунду. Температура воздуха -1, -3. Атмосферное давление будет расти и составить 755 миллиметров ртутного столба. 24 марта солнечная активность умеренная, гемонитное поле неустойчивое. На этом я прощаюсь с вами. Всего вам доброго!